Всем привет, всех обнял, приподнял, покружил, с вами Иллинойс, и я продолжаю проходить вторую часть Айзеленд. И, ребят, если вам понравится видео и вы не подписаны на мой канал, то прошу вас подписаться на него, вам это будет несложно, а мне приятно. Так, в этот раз я вооружился блокнотиком и ручкой. Теперь мне будет удобно все это дело записывать, ну, все такие тут подсказочки для головоломочек. Просто у меня телефон сейчас продолжает находиться, быть в ремонте. И не могу я это все дело фотографировать. Очень жаль, что наш герой этим не занимается, и приходится игроку непосредственно все это дело конспектировать. В прошлый раз я тут мучился, конечно, с каким-то там поломанным карандашом, еле-еле что-то записывал, но даже при этом умудрялся все как надо проходить. Так, ну что, нас ожидает здесь какой-то мужик, очень сильно бородатый. Давайте с ним пообщаемся. Я страж храма, тебе нельзя сюда входить. Раньше сюда никто так не вламывался. Так я не вламывался, я спокойно зашел просто. И чего разошелся-то? Чего буянишь-то? Знаешь что, дурмане? Он успокаивает скоробеев, вообще всех успокаивает. Причем тут скоробеи? Кот от этой двери такой же, как рисунок на спине скоробея в банке. Дурман сильно действует, они. Что-то я разговорился, вот уж действительно молчание золота. Никогда не видел синих ягод, говорят, они самые вкусные. Ха, чё? Ха! На, синих ягод, друган, наверни. Ништяк, да? Очень вкусные, а вот я цветок дурмана за это. У нас тут их навалом на самом деле. Ай, спасибо. Сколько бы человек ни прожил, жизнь все равно коротка. Не волнуйся, наслаждайся каждым днем. Так, окей, окей, скоробей, скоробей. Здесь не хватает, знаете, что в этой игре? Очень не хватает карты. Это было бы вообще пуля. Так, секундочку. Там речь была о... Ладно. О том, что чайки что-то гоняются за ящерицами. Но это мы потом посмотрим. Погнали-ка, сейчас. Там случайно не скоробей ли в банке сидит? Такое вот ощущение, что в банке то и сидит скоробей. Вот здесь. На корабле. Пойди туда. Так. Ну он же, да, скоробей, не? Да, используй дурман. Ага. Так, подожди, подожди. Так. Так, 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 так. Все, отлично, скоробушка. Спасибо тебе огромное. А, теперь, что нам дальше сделать? Подожди, а может быть как-то вот так вот пощекотать что-нибудь тут щупальцами? Не вариант? Не вариант. Жаль, жаль, жаль. Так, подожди, может быть что-то куда-то добавить зеленую микстуру? Кому? Да. Не? Ладно, ладно, ладно. Так. Как-то надо избавиться нам от охранника. А как от него избавиться? От охранника. Может быть, зеленая микстура нам поможет здесь как-нибудь? Не? Не поможет. Микстура зеленая. Ой, это. Нам бабульки не? Не вариант дать? Может, навернет? Не хочет. А, пощекотать пятку ей, не? Не вариант. Так, подожди, может быть, в бокал налить зеленую микстуру этой? Не? Сюда? Не. Хорошо. Так, подожди. А, давай посмотрим, может быть, какие-то предметы есть у нас в наличии, которые можно сейчас там выставить. А ну-ка, подожди, может быть. О, воскреси пришельца. Вот это нормалек. О, вот это красота. Не зря пошел. Так, во, во, ха, вот так вот, хорош, хорош,
Хороший психопришелец. Сейчас я зарисую, что это скоробей. А ну нет! Ну пиши, ручка, ну ты чего? Ладно. Рога. Ой, придется опять возвращаться к этому полуполоманному карандашу. Окей. То есть, то есть. Рога это у нас сюда. А, ракушечка. А, вот ракушка идет вот сюда. А, о, цветок. Цветочка у нас нет. Это рыба у нас. Давай сюда. А, пирожка. Вот сюда. И цветочек, которого у меня нет в наличии, на глаз. Отлично. Так, значит, сейчас мы от этих предметов избавимся. В смысле, не издевайся надо мной. Давай, клади. Что за дела? Чего началось-то? Голубое перо. Значит, не пим. Ну, перо же. Перо. Может, перо чайки? А я зря тут это. Да не. Может, я как-то не так нажимаю ее? Да не, все нормально. Значит, не это перо сюда надо. Так, хорошо. Хорошо. Так, у нас... Что-то надо где-то раздавить этим прессом. Только что, пока что непонятно. И... Вот это тоже надо. Будет запомнить. Но это в корабле там. Ну, то есть в ракете этой. А, пошли тогда, может быть, потрещим с этим стражем. Скажем, что у нас есть код. Уйди с пути. Дай код вбить. Подожди, а вот это еще надо запомнить, мне кажется, вот эти вот штуки тоже что-то должны нам подсказывать. Вот эти вот проемчики, там вот белое-черное. Погодь, подожди, а тут же... А, секунду, подожди, ящерица сюда переползает, да? Сюда. И куда? А, то есть, подожди. А у этого ничего нельзя взять. Что-нибудь там вручить ему. Например, перо. Не, да? А, все не то. Нужны какие-то семена. Где бы эти семена взять только? А, так. Что-то с этой ящерицей надо сделать. А что именно?
Секунду, во. Ага. Вот и перо белое. Пойдем сразу сейчас поставим, положим туда. А голубое перо значит нам... Они там говорили, что он говорил, что он гоняется, там они типа чайки за этой ящерицей. Да, так и есть. Осталось найти цветок. Цветок, мне кажется, мы будем брать с вами в храме. Только он сказал, что я не пропущу. Все, да? Ящерица. Ящерица еще есть. Ну и все. Хорошо, хорошо. Так. Ну, здесь ничего интересного. Ну, только в храм остается идти. Это все неинтересно, это тоже все неинтересно. Может быть, ей перо дать? Нет, да? А, подожди, а он... Погодь, а ты нас пропустишь, что ли, получается? Чух ты, а ты ж сказал, что не пропустишь, Орал громче всех там, благим матом. Куда идешь, и куда что там? Что, пропустил? Ну. Ладно. Чего? Чего началось-то? Не то? Зажечь, что ли, надо? Что надо делать-то? Может, он подскажет? Не думаю, справишь ли ты с загадкой в следующей комнате? Ладно, секрет как-то связан со статуями. Я не про саму большую, та совсем уж какая-то странная. Говорят, что... Говорят, это какой-то бог, и мы должны по ему поклоняться. Почему из-за богов столько хлопот? Ни разу не навестили даже. Статуями. Загадка связана со статуями. Ох. А, подожди. А что тут со статуями? А что я с ними тоже сделать не могу понять? Пойму. Так, ладно. Надо бы где-нибудь найти применение этой.
быть, что-то здесь? А, погодь, со статуями. Вот. Не? Статуями. Зачем нам голубой шарик этот? А, для того, чтобы вставить его вот сюда, мне кажется. Ага, так и есть. И вот теперь мы можем пройти туда. О! О-о-о-о-о-о-о! Космонавт. Иногда время замирает, словно статуя. Чем проще форма, тем больше тайна она скрывает. Я все знаю. Сейчас мы все сделаем. Я помню, куда идти. Так, подожди. У нас же там рисунок есть, да? Вот, смотрим. Значит, у нас получается крестик, нолик, крестик, квадратик, такой цилиндр. Крестик. Они конус. Крестик, квадратик. Все. Записал. Хорошо. Подожди, а там еще что-то? Ладно, погнали. Не хватает очень карты, чтобы можно было быстренько так перелетать. С места на место. Здесь у нас должен быть треугольник. Квадратик. О! Ё-моё. А и что? Ну ладно, запишем, продолжаем. Так, сюда. Так, стрелочка. Так, и стрелочка. Ну не стрелочка. Так, деление так стоит. Ага. Все, хорошо. И что это мне дает? Больше я здесь потыкать ничего не могу, да? Видимо, да. Вопрос тогда такой, а... А где я мог такое бы вбить? То, что мне... Этот спейсмен показывает. Где вот это? Ладно, ребят. Ну, не знаю. Не могу найти пока что место, куда применить эти стрелочки. Жаль. Ну ладно. Ребят, такая получилась вот серия. Если она вам понравилась, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. С вами был Иллинойс и Айзеленд. Всем пока.